Монг. И это еще один специальный выпуск для канала NaotaTube Павла Филюшкина. Моя консоль NES, то есть Nintendo Entertainment System. Я включил Super Mario Bros. 3, чтобы было не так скучно. Вот. И начинаю свое повествование. Как я с ней познакомился и поделюсь своими впечатлениями. В своем видео Паша сказал, что он с ней особо не подружился. У меня же ситуация обстоит ровно счетом наоборот. Nintendo стала моей самой любимой 8-битной консолью и вообще любимым продуктом от компании Nintendo. Как же я с ней познакомился? В своем видео «Моя консоль Super Nintendo» я говорил, что знакомство с лицензионной продукцией у меня вообще началось с канала «Киномания», где Паша Гринёв в своем видео «Проклятие серого слоненка» рассказывал, что если у нас была Денди, то во всем мире играли либо в Nintendo Famicom в Японии, либо в Nintendo Entertainment System в Америке и Европе. Вот. И что характерно, я сразу, можно сказать, влюбился в ее дизайн. Хоть я и называю большая серая коробка, но мне кажется, она такого отличного, приятного дизайна, расцветки. Вот эта вот надпись с большим названием компании. Классная загрузка картриджей, немножко напоминающая видеомагнитофон. Не по принципу топ-лодер, а фронт-лодер. И до боли простой, приятный джойстик. Или нет, геймпад, правильнее сказать. Без турбо-кнопок, без глитчерности. Только самое необходимое А, Б, Select Start и крестовина. Я решил стать, что бы то ни стало, владельцем этой замечательной системы. И заказал я ее по приемлемой цене из Италии, а значит, европейскую версию, потому что из Америки она бы стоила очень дорого, да и просто обычные PAL-версии мне показались дороже, а тут один итальянец продавал ее по такой нормальной цене, и мне приехали, значит, спустя некоторое время сама консоль, два геймпада, ну я подключил только один, и два вот этих вот картриджа. Первый, он, очевидно, поставлялся самой консолью. Является оригинальной европейской трехигровкой для Италии. Тут мы видим сверху вниз, если смотреть, классический Super Mario Bros., Tetris и Nintendo World Cup, то есть симулятор футбола. После которой, я так понимаю, на движке которого будет сделана игра Goal 3. Ну, по крайней мере, так мы ее помним на Денди. Футбол без правил, Goal 3. Ну, а тут Nintendo World Cup. И второй картридж, который мне с ней пришел, это был из спортивной серии Теннис. Здесь мы можем видеть специальный значок Mattel, красненький. Аналогичный, есть и на втором, на этом картридже. Если мы посмотрим на консоль, тут написано Mattel версия. То есть это специальная европейская версия для Италии. Ну как я уже говорил в выпуске «Моя консоль Super Nintendo», благодаря Павлу Гринёву я узнал, что есть Angry Video Game Nerd, такой персонаж, роль которого исполняет Джеймс Рольф, известный американский коллекционер. И данная платформа тоже является его самой любимой. Посмотрев ее выпуски, я еще больше убедился, что эта консоль просто великолепная, и я хочу ее приобрести. Ну и вот, приобрел. Дальше я потихоньку стал покупать свои любимые игры. В частности, следующая игра была, вот она стоит уже у меня в консоли, Super Mario Bros. 3, вот вы ее можете видеть на экране моего телевизора, Electo. Далее я купил игру под названием «Один дома 2. Потерявшийся в Нью-Йорке» по мотивам одноименного кинофильма с Макалеем Калкином в главной роли. И вот тут я столкнулся с первой проблемой.
здесь есть такая интересная надпись. Несовместимо с Mattel-версией. То есть, для ряда европейских стран, для мир которых было меньшинство, в частности, в которых ходила Италия. Вот. Картридж у меня просто не запускался. Хоть консоль и была европейка, и картридж европейский, но поскольку PAL A и PAL B различаются, я не смог поначалу запустить один дома. На помощь мне пришел Роман Костин с канала Игробит, который сказал, как устранить региональную защиту на этой консоли. Не буду вдаваться в подробности. В общем, теперь она мне читает как американские, так и оба европейских региона. В целом, я доволен. Потом я захотел приобрести себе в коллекцию картридж, который входит в десятку последних игр, выпущенных для Nintendo Entertainment System. А именно, Король Лев. Это конкретно этот экземпляр у меня из Германии, вы даже можете здесь прочитать. König der Löwen. Написано по-немецки название. И если сделать в игре паузу, то пауза будет тоже написана на немецком. Но титульный экран написан все же по-английски в игре. Lion King. И вот из моих последних на сегодняшний момент картриджей. Это Grossmeister, The Chess Master. Знаменитый симулятор шахматной игры. Дело в том, что я люблю играть в шахматы. И не всегда можно найти оппонента, соперника для игры на доске. Вот. И поэтому я приобрел из Канады, кстати, очень дешево, на удивление, вот этот картридж. Фактически это у меня самый первый NDSC региона картридж от NES. И теперь время от времени я рублюсь в шахматы с Nintendo. Ну и давайте я заменю картридж, чтобы рассказать немного про Super Mario Bros. 3. Ставлю картридж с той игры, где есть первый Super Mario. Super Mario Bros. 3. Игра, которая, несомненно, является шедевром на Nintendo Entertainment System и вообще самой лучшей игрой про братьев Марио. Игра, которая последовала после нее, Super Mario World, стала и самым, что ни на есть, прямым наследником. Если же вы еще хотите посмотреть обзор на данную консоль, я уже делал на нее. Просто перейдите вот по этой ссылке и посмотрите. Как я говорил в обзоре, мечты сбываются. И моя мечта стать обладателем Nintendo Entertainment System тоже сбылась. Так что верьте в свои мечты, и все у вас получится. Я свою историю завершаю. Если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте, поделитесь видео, подпишитесь на канал. А с вами был Алекс Монк. Всем пока и удачи!